условия и последовательность приготовления всех составных частей блюда, ведь от этого во многом зависят вкусовые качества кушанья. Легко ли стать по-настоящему хорошей хозяйкой? Всякий, кто судит не как сторонний наблюдатель, ответит «нелегко», потому что это огромный бесконечный труд, когда приходится постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень. И, возможно, кулинарная энциклопедия окажет вам хорошую поддержку в этой работе, и вы узнаете для себя много нового и интересного. К примеру, мясо лучше отваривать крупными кусками, залив их небольшим количеством кипящей воды, чтобы она только покрывала мясо. После закипания огонь уменьшают и варят при слабом кипении. Бульон отварки мяса используют для первых блюд и для соусов. Старайтесь не переваривать мясо, так как оно теряет не только вкусовые качества, но снижается и его питательность. Кулинарная энциклопедия поможет просто и быстро найти нужное блюдо, рецепт, испытать от приготовления еды наслаждение. Все нюансы приготовления блюд объясняются настолько доступно, что готовить могут научиться даже дети. Энциклопедия выпущена в 1995 году, работает в операционной системе Windows 95 и занимает один компакт-диск.